к другим темам. Первая домашняя игра и сразу победа. Саратовские баскетболисты в матче второго тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретились с соперниками из Нижнего Новгорода. Примечательно, что форма обеих команд черно-белая, но баскетболисты «Автодора» на правах хозяев выступили в белой. Как прошла встреча, расскажет Екатерина Барковская. В первые секунды матча баскетболисты «Автодора» начали агрессивную борьбу с нижегородцами. Результативными трехочковыми передачами отметились игроки обеих команд. Но волнение нижегородцев все-таки сказалось на результате первой десятиминутки. Со счетом 28-23 в пользу саратовцев спортсмены ушли на перерыв. По итогам первой половины матча счет в игре составил 48-44 в пользу саратовских баскетболистов. Такая почти равная борьба спортсменов в первых двух десятиминутках буквально разожгла эмоции болельщиков «Автодора». Радость большая, что наконец начался сезон и с удовольствием пришел. Наша команда должна сегодня выиграть. Она это показала себя в предсезонке хорошо и вот это самое с Химками, ну, немножко не повезло, но... Хорошо играют, молодцы. «Автодор» в этом сезоне намного сильнее, чем он был в прошлом. Мы уверены, что в этом сезоне «Автодор» может побороться за более высокие места, чем в прошлом сезоне. Мы в это верим. Две последних четверти заставили понервничать саратовских болельщиков. Нижегородцы начали активно прессинговать соперника. И, сократив отставание в очках до нуля, нижегородцы принялись набирать преимущество. Избежать поражения в третьей десятиминутке «Автодору» удалось за счет результативных подач Малкольма Армстеда. Конец четвертой четверти завершился ничьей. Пятиминутный овертайм стал для нижегородцев настоящим испытанием. Саратовцы начали активно атаковать соперника. Малкольм Армстед и Джефф Брукс обеспечили «Автодору» лидерство в очках, с которым хозяева встречи уже не расставались. Итог встречи 94-86. Для обновленного состава саратовской команды эта победа стала первой в сезоне. Пришедшие недавно в «Автодор» Малкольм Армстед и Джефф Брукс стали настоящими героями встречи. В общей сложности в игре с нижегородцами они принесли 41 очко команде. Изменения коснулись и тренерского состава. Его возглавил американец Брэд Гринберг. Говорит, его подопечные сегодня сами усложнили себе задачу, дав фору соперникам в начале встречи. You have to do a better job if you... В первой половине они выполнили очень много бросков без сопротивления и попали. Но нужно было все-таки защищаться, нужно было выставлять руку. А мы этого не делали, а у них действительно хорошие игроки, которые могут забивать. Они не сделали действительно много открытых бросков свободно. Во второй половине мы действительно лучше сыграли в защите, но в то же время обе команды накопилась усталость, обе команды устали. И уже невозможно атаковать с таким же процентом, как в первой половине. Следующая игра саратовского «Автодора» в рамках Единой лиги ВТБ состоится с таллинским «Калевом» 11 октября. Екатерина Барковская, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.